сказать людям, что танго — это прекрасный танец, и который люди, может быть, не знают, что в нашем городе есть такой. Это абсолютно никакое не соревнование. Это просто люди показывают, что вот есть танго, освещают в социальных сетях, в СМИ, что существует танго, и любой человек может прийти и танцевать. Волнение, очень сильное волнение, в то же время некая радость, гордость, то, что ты чему-то научился, вот, например, как сегодня, это то, чтобы привлекать новых людей, кто-то заинтересуется, подойдет, спросит, с удовольствием направлю, подскажу. И еще сам умею, сам подскажу, хоть я еще хожу совсем немного, но уже это умею, научился, благодаря нашему тренеру, преподавателю Ольге.